Анонс и точная дата выхода 119 серии турецкого сериала «Права на престол Абдул-Хамид». 119 серия сериала выйдет в эфир 3 июля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Хехлер сыграл большую игру и стал считать, что ему удалось загнать Абдул-Хамида в ловушку. Хехлер не сомневается в том, что на этот раз одержал победу. С каждым разом гнев правителя становится только сильнее. Абдул-Хамид решает поручить Халил-Халиду важное задание, согласно которому он должен будет узнать о дальнейших действиях Хехлера, чтобы можно было предпринять меры предосторожности. Махмуд-Паша также не остается в стороне, и он старается все выяснить про планы Хехлера с помощью Себахатина. Зюлюфлю Исмаил-Паша был арестован, так как его предательство раскрылось. Абдул-Хамид намерен отправить его на суд, но Хехлер уже успел приготовить определенный план. Во дворце Паша начинает подвергаться жестоким пыткам и Абдул-Хамид, не в силах что-либо предпринять. Хехлер начинает показывать снимок Зюлюфлю каждому встречному. Он намерен сделать так, чтобы на суде все прошло по его плану. В этот момент в столице начинает еще больше прогрессировать эпидемия, и число заразившихся увеличивается. Удастся ли Халил-Халиду и Махмуду выяснить, что именно задумал Хехлер и в каком направлении он собирается двигаться? Все это мы сможем узнать уже в новой серии сериала. Напомним, 119 серия сериала выйдет в эфир 3 июля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.